Мигель Сервантес в чем-то прав. Написана история про Дон Кихота. На поприще индустриальный нрав, но рыцари без мельниц – это неохота. Политик каждый попросту Вольтер. Пером равняет, сглаживая гору. Провидцев ставили всегда в партер, пустыням расчищая микрофлору. Мы познаем ценности святой воды, когда колодец просто пересохнет. И Франклин здесь не для нужды, при призывах уберечь рельеф все глохнет. Орлы пусть больше не молчат, чтоб не болтали чаще попугаи. Уинстон Черчилль был лауреат и никогда не слушал вопли стаи. Молчание всегда наполнено словами, ломали жернова, но не стихами. Ступени эшафота усланы слезами, законы власти прикрывались образами. Ну вот сегодня написал небольшую такие строки, называется «Арба». На привязи ослов держали, морковку заменяя на обман. Народ все чаще ублажали, отчасти каждый он гурман. Кому зарплату предлагали, веселье, пьянство и дурман. Чины, награды раздавали, в придачу именной наган. Смиренно топали стада, вдыхая ароматы счастья. За каждым ехала арба, в оковах лишь запястье. Все в кучеры и норовят, но примеряет лишь узду. Называется «Код на жизнь». А может, стоит не платить скупым законам и порядкам? Народу могут лишь вредить на радость нашим олигархам. Упадок сил, здоровья нет, и на зарплату не прожить. В мольбах забит весь интернет, людское море могут лишь топить. Концы с концами сводит человек, судьбой играя на клавиатуре эшафота. За упокой меняется забег, в цене доска, могильщика работа. Спасибо большое.